боги Сета! Их не остановить! Они забрали всех! Их унесли с собой демоны! Боги! Спасите! Что случилось? На нас напали демоны! Отняли дитя! Как это? Никто не дал им отпор? Я мог бы, но я не рожден для битвы. А мальчишка думал, что сразит демонов. Сейчас он, наверное, у старой башни. А я бежал. Старая башня? Мальчик не выживет в этой пустыне. Разыщу его. Боги не смогут нас защитить. Нам не скрыться. Это погибель. Они найдут нас. Найдут нас. Похоже, это башня, о которой говорил безумец. Значит, не все в этой истории бред. Эй! Как ты оказался тут один? А зачем тебе знать? Что тут делает Меджай? Ходят слухи о пропавших людях, ребенке и демонах. Никто никуда не пропал. Нас схватили разбойники. Бежать удалось лишь мне. Но я вернусь и спасу отца. Если отправишься один, погибнешь. Ну и пусть. Я должен пойти. Ты смелый, но глупый. Долг сына перед отцом — жить. Я пойду с тобой. Идем, если хочешь. Мой долг — спасти отца. Это включает. Хорошо. На чем мы остановились? Ты юн, но готов поступать как мужчина. Отец будет горд. Нужно спешить. Если нас не убьет жара, то сожрут гиены. За мной. Это буря! Нам нужно переждать! У меня нет времени ждать! Не сбиться бы с пути. Твой отец! Он точно жив? Нет! Но что делать? Мама умерла очень давно. Я ее и не помню. Отец сам растил меня. У меня отцовская лошадь. Даже если он мертв, в Дуате конь пригодится. Если он жив, я спасу его. Если мертв, отдам за него свою жизнь. И мы вместе отправимся в поля Иалу. Так, подожди здесь. Дальше идти опасно. Я сделаю все, чтобы спасти твоего отца. Спасение отца – мой долг, не твой. Я не ребенок. Я Рахатеп из Дионисиаса. И я пойду. Я Байка Сивы, и я не позволю тебе рисковать. Ты мне не нужен. Я и сам доберусь. Ах, глупое дитя. Нужно было связать. Мы едва знакомы, однако я ответил на все твои вопросы. Я отправлюсь спасать отца. Ты мне не нужен, а запретить ты не сможешь. Я не твой сын. Не только у тебя есть долг. Я Меджай, и мой долг — защищать людей. Меджай? Вас не осталось. Лишь филаки, что грабят деревни и убивают. Они жаждут наживы, а нужны Меджаи. Защитники. Люди и Меджаи должны сплотиться, Рахатеп.
А кто сплотит? Великая богиня? Клеопатра? Точного ответа нет. Но кто-то должен пойти путем Меджаев. Иначе Египет скроют пески. Мои дети... Сюда, Байк. Тихо. Их лагерь рядом. Нас могут увидеть. Рахатеп, ты словно мой сын. Считал себя взрослым. Что его изгубило? Сиди, где сидел. Хорошо, Байек. Я стану слушать тебя. Но погибнешь, займу твое место. Видишь смотровую башню? Стражи изредка покидают свой пост по нужде. Тогда и пройдем. Ты быстро соображаешь. Отец будет горд. Будем держаться в тенях и ждать. Куда? Меня не должны здесь заметить. За нами кто-то следит. Слышишь что-то?
Крестьяне, пошли. Отсюда! Скорей, туда! Коней оставили там! Бежим! Быстрей! Вижу, все целы. А где мой отец? Рахатеп, мне жаль. Его отправят на корм крокодилам. Нам не справиться с ними. Это не демоны, это люди. Слушайте, вы все обязаны отцу жизнями. Туро, помнишь, как он за твою дочь принял удары плетью? А ты? Он пересек пустыню и привел твоему отцу лекаря. Ваш черед помочь ему. Если он жив, спасем его. Если нет, отомстим. Идемте! В бой! Боги, как ты похож на отца. Ты прав, Рахатеп. Что бы ни случилось, мы с тобой. Готовьтесь! Пусть лучше готовятся те, кто напал на нас. Спасем же моего отца! Боги сегодня с нами! Вперед! Я пойду вместе с вами! Смерть разбойникам! Эй! Thank you.
Артур! Что такое? Хватит! Прошу! Кто ты? Что тебе нужно? Я друг. Пойдем со мной. Нужно спасти тебя. Не выйдет. Меня пытали, а потом ослепили. У лагеря есть пристань, где можно укрыться. Отец, ты жив? Что с тобой? Демоны лишили меня зрения, но не смогли отнять сына. Ты спас меня, Рахатеп. Он спас всех нас! Победил 5 демонов в одиночку! Рахатеп, ты стал мужчиной, настоящим лидером. Займи мое место. Я уступаю его. Отец... Мне помогал Байек из Сивы. Бился за нас. В нашей деревне будут помнить твое имя. Сегодня мы празднуем. Идем с нами. Твой сын отважен. Я рад, что помог вам. Думаю, дальше он справится сам. Доверься ему. А я буду воевать со своими демонами.